Мирослава Коркина, 8 лет. Я много чего люблю, но большую часть я люблю животных, готовки. Люблю гулять, ходить в походы. Я не люблю пауков. Не знаю, как-то особенно я не люблю, когда они шевелятся. Я мечтаю, чтобы у меня была собака чихуахуа. Я хочу стать много кем, но в основном актером. Актер для меня актер и пение это одно и то же. Прям даже на уроках иногда начинаю подпевать, хотя это сама не замечаю. Я увлекаюсь дзюдо, боксом, стрельбой. Стрельба так. С папой занимаемся просто. И боксом тоже. Рисованием, пластилином. Человек, по-моему, должен делать то, что он захочет. Ну, не всегда, конечно. Но, по-моему, это так. Я делаю то, что хочу.